Всем привет! У нас 2 мая в Ванкувере. Теплая погода, выходной. Мы делаем свои дела, как обычно. Поездка в молл. И мы даже повстречали aliens. Так проходят будничные выходные канадского среднего иммигранта. И вот по пути всей этой беготни мы решили остановиться на стадионе. Видите, в 2 минутах езды от нашего дома это стадион. И вот вдалеке наши дома виднеются. Ну конечно, как же без селфи? Ну вот, на самом интересном месте, как обычно. В буквальном смысле слова. Начихал на меня. Это как-то уже превращается в закономерность. Ауч. Да, что-то мне не нравится этот молодой человек. Вернее, человек-то хороший, но физическая подготовка у него, ну, совсем никакая. Надо мне заняться этим молодым человеком. Ну и, конечно, самой собой. Победа! Ничего подобного. Плохой результат, дорогой. Ну что ж, интернет, ты свидетель тому, что я даю установку себе и этому молодому человеку, что мы вскоре вернемся в прежнюю стадию и будем снова молодыми, задорными, сильными и физически активными. Когда даешь обещание кому-то, это всегда легче выполнить. Так что вы свидетель, интернет. Никогда не думала, что идея полежать на футбольном поле на травушке зеленой будет такой классной идеей. Такая романтика.